построить мечеть. Первую мечеть построил архитектор Синан. Мечеть горела, а в 19 веке эту мечеть построил архитектор Баян. Район тоже называется Чиханки. Очень интересный район. Район, в котором живут в основном люди творческие, писатели, художники. Границы стало понятно, что мои турецкие каникулы подошли к концу. Всем спасибо за то, что вы посмотрели. Хорошего вам отдыха и всего самого лучшего. Пока!